Привет, мои дорогие, привет, мои хорошие. Снимаю это видео третий раз. Первый раз было слишком эмоционально. Второй раз снимала какая-то вот эта дурацкая петля от нового свитера. Торчала, надо их всегда обрезать. Третий раз, знаю, наверное, третий раз это даже к лучшему. Видео будет более спокойное, более обоснованно. Аромат поносила уже несколько дней. И, наверное, сейчас самый правильный тайминг, чтобы рассказать о своих впечатлениях. Ну что, хайпанем немножечко. Давайте похайпушничаем насчет нового аромата, нового Ганимеда. Ну, то есть, как бы Ганимед все тот же, но аромат новый. У меня, к сожалению, пока нет полноразмерной версии. У меня есть Ганимед экстракт от Марка Антуана Боруа в фирменном пробнике. Вот, видите, экстракт написано там. Под Ганимедом написано экстракт, то есть это экстрактик. Сейчас расскажу про него подробно. Знаете, что я большой любитель, поклонник оригинального Ганимеда. Потрясающий, легкий, воздушный, ни на что не похожий, космический, какой-то оргазмический. Также у меня есть Ганимед Ля Люкс. Это Хазу от прекрасного бренда Бодичей де Викториус. Они его сделали немного веселее, зеленее, слаще. Ну, то есть это такой немножко другой. Ну, похоже, говорят, что одно и то же, но для меня они все равно разные. Про него много говорила, люблю, обожаю. Для меня все-таки это немножко разные ароматы, но, конечно, в одном стиле. Возвращаемся к экстракту. Экстракт. Значит, Квентин Биш любит свои хиты немножко усложнять. Ну, это коммерческий ход, почему бы и нет. Давайте вспомним Делину, Делину Эксклюзив, Делину Ля Рос. Это все то же самое. Я думаю, что нас ждет какой-нибудь Ганимед версии Light в ближайшее время. Почему бы и нет? Ганимед должен зарабатывать. Итак, за что я люблю обычный Ганимед? Давайте сначала про это. Мне нравится эта оригинальность. Мне нравится это такая, знаете, что-то новенькое. Когда я попробовала этот аромат, я поняла, что это вот бинго, то, что я искала, что-то, то, что вызывает эмоции, радует, абсолютно ни на что не похожесть. Вот это вот нравится, вот это вот какая-то странность, как произведение искусства. Очень-очень люблю этот аромат, пользуюсь им, кстати, очень редко. Почему? Потому что для меня это аромат настроения. Он очень стойкий, он очень такой, все заполняет собой, отвлекает на себя внимание. И, конечно, его каждый день использовать невозможно. Это вот если у вас будет флакон, то вам выходит очень надолго, если вы также такой же пользователь, как я. Я знаю людей, которые пользуются им постоянно, каждый день, и вполне себе нормально себя при этом чувствуют. Я нет, я себе такое позволить не могу. Для меня он слишком настроенческий. В общем, люблю, нравится. Слава богу, что нет столько повторов Ганимеда, как, например, случилось с Бакаро. Сейчас каждый бренд свою Бакаро нам предлагает, и как-то, мне кажется, все уже немножко от этого подустали. Я заказывала очередную порцию. Посмотрите, сколько у меня от Левантов. Я обожаю их. Пробовать новые ароматы вот именно в таком формате для меня оптимальнее, чем бегать в магазин или пробовать или вслепую заказывать. В общем, это какой-то бред. Все-таки я считаю, что самый лучший вариант — это попробовать вот так, разносить, поносить, потом решить, надо, не надо. Так вот, Леночка, которую я заказываю всегда свои от Леванта из Германии, мне подарила вот такой вот, представляете, фирменный пробник. Это вдвойне приятнее пробовать именно фирменный пробник. В общем, короче, у меня этот экстракт есть именно в пробнике. Носила несколько дней, и мне кажется, мне еще хватит на какое-то его время. Стоит, значит, он 300 евро почти, 275-290, смотря на каком сайте будете заказывать, если будете. Экстракт продается только в 50 мл флаконах. Коробка золотая, флакон золотой. Цена, ну да, чисто, мне кажется, коммерческая тема, потому что, ну блин, 50 мл, аромата стало меньше, аромат стал дороже, и, если честно, мне показалось, что стойкость и вот эта вот воздушность у аромата ушла. Аромат стал более мускулинный, в нем нет вот этой вот легкости, какой-то зелени, вот этого воздуха нет, вот этого кислорода нет, озона, чего хотите. В общем, он стал просто тяжеляком. Я бы назвала даже Ганимед Лянуи какой-нибудь, да, Intense экстракт. В общем, он стал ближе сидеть к телу.
То есть, если бронеубойная стойкость вот этого Ганимеда оригинального, я думала, что здесь будет еще более стойкость сильная. А нет, стойкость, даже не стойкость, а громкость. Он стал тише, он стал мягче, он стал более какой-то мускулинный. Он такой, знаете, для горячего арабского скакуна, какого-нибудь мужика такого, знаете, такого с пышной, расстегнутой, значит, расстегнутая рубашка, в общем, такие вот пышная грудь. В общем, восточный конь, как говорится, борозды не портит. Так вот, вот этот аромат, мне кажется, в таком стиле для каких-то восточных историй. Ну, я бы себе хотела флакон для коллекции, почему нет? Потому что, возможно, мое мнение еще поменяется, пока только такие первые мои впечатления. Появилось вот именно много, вот если обычный Ганимед, он такой непонятно женский, мужской, нет никакого гендера у него абсолютно, то здесь появилась вот эта маскулинность, больше стало мужских, может быть, как будто, вы знаете, он сильно пряный стал, сильно какой-то даже удовый чуть-чуть, много в нем вот, как бы вот добавили вот этого мужского, каких-то нот таких, не совсем мой стиль, понимаете? Хотя аромат красивый, наверное, на мужчине будет потрясающе. Громкости меньше, стойкости меньше, шлейфа, я думаю, тоже меньше. Вот. Но иногда это тоже неуместно и не нужно, поэтому я считаю, что почему бы и нет. Такой аромат тоже может быть. Ждем следующий Ганимед, какой он будет. Мне кажется, следующий Ганимед должен быть, наоборот, ультрасвежий, ультралегкий, ультра такой вот для нас, девчонок. Носила бы я его, конечно, конечно, да, и особенно, мне кажется, вот ранней весной, зимой, поздней осенью, мне кажется, прекрасно такой меланхоличный, нуарный, теплый, пряный, как вот теплый кашемировый шарф или пальто вас укутает, будет вас ласкать, греть и так далее. А вот в оригинальном Ганимеде мне нравилась именно вот эта вот взрывная свежесть, вот это вот буйство эмоций, каких-то вот зеленых нот. Хотя здесь тоже есть мандарин, но я его здесь не чувствую. Я здесь как-то чувствую больше каких-то смоленистых, замшево-пряных нот таких. И чуть-чуть ут, конечно, здесь есть. Во всяком случае, я слышу вот эту вот какую-то кисловатую удовую ноту, которая меня немножко смущает. Буду носить, нравится. Просто вот свое такое мнение вам рассказываю, как я его чувствую, как я его вижу. Может быть, я ждала чего-то большего. Может быть, мне казалось, что я вот, если это экстракт, то это что-то будет вау. Ну, кстати, вот не получилось, мне кажется, у них переиграть оригинал. Оригинал остается оригиналом, а это всего лишь еще одна такая темная, ночная, густая, смоленистая, такая вот немножко даже как будто бы какая-то травянистая настойка там в нем есть. В общем, аромат стоит попробовать оценить, поносить. Возможно, у вас будут свои эмоции, это нормально, свои впечатления. Я не знаю, есть ли он в Москве. Вот, ну, на оригинальном сайте, по французских, на французских сайтах, и на оригинальном сайте Буруа, и в бутике Буруа в Париже этот аромат уже стоит. Так что я думаю, что, скорее всего, он появится скоро везде, на всех полках, там, где продается Ганимед с Буруа, там, где продается Буруа, там будет и этот экстракт. Стоит ли он 300 евро? Если вы любитель, если вы поклонник, конечно, вы не пожалеете этих денег. Если вы хотите, например, сравнить этот аромат, взять, допустим, новый амуаж какой-нибудь, да, или вот этот вот экстракт Ганимеда, то, возможно, подумайте, возможно, все-таки лучше, может быть, взять амуаж. Больше эмоций, больше радости получите, потому что тут как бы такая история очень печальная. Вот, ну что, это опять-таки мое впечатление. Сейчас быстренько расскажу еще вот про этого Хазу, раз уж мы про Ганимеда начали говорить, Хазу от Боттичея. Здесь абсолютно другая история. Настолько позитивный, сладкий. Он мне, знаете, что напоминает? Напоминает, как будто бы я в детстве у бабушки на даче пью чай мятный, сладкий. Вот именно мята, мелисса, много сахара, такой вот зеленый, вкусный, сладкий мятный чай. Вот что-то вот есть в этом. Настолько он для меня позитивный, красивый, сложенный, вкусный. Аромат какого-то счастья, красоты, любви. В общем, очень-очень-очень люблю этот аромат. Хотела бы, конечно, мечтала бы в такой аромат иметь в полноразмерном флаконе. Но неадекватная цена, 900 евро, извините, простите. Будем пользоваться вот этим вот. И так, я считаю, хороший подарок от бренда этот Хазу. Класс, 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 класс.
Попробовала от Боттичей еще. Давайте быстренько расскажу про от Левантики, которые получила. Новенький. Получила Боттичею вот эту вот как, вишневую, да, ореховую. Так вот, попробовала, заказала себе аромат от Боттичею, как он там называется, Бодачиус от Боттичея. Это аромат заявлен как вишневый. Мне здесь вишни не хватило. Хотя я одна такая, я слышу, что всем тут всего хватило, мне тут не хватило ликерной вишни. Здесь для меня больше каких-то орехов. Очень много орехов, поэтому я немножко, если честно, разочарована. Ну, посмотрим, поносим. Просто я ждала прям вишню-вишню. Так, мне очень понравился новый амуаж. Девочки, это что-то с чем-то. Грушевый амуаж. Сделал Квентин Биш, наш любимый. Наш родной. Аромат называется Гуиденс, наверное. Не знаю, как правильно читается. Извините, простите. Это такая вкусняшка. Красивый розовый флакон. Пахнет каким-то таким грушевым, грушевой меренгой какой-то. Ореховость тоже присутствует здесь. Сладко, вкусно. Немножко не в стиле амуаж, но тем не менее. Много османтуса, такой вот сладковато-белоцветочный, ореховый, десертный, даже какая-то немножко гурманика, я бы сказала, в этом аромате прослеживается. Очень-очень рекомендую попробовать, если вам нравятся ароматы с грушей. Сейчас у меня любимец груши, это, конечно, Лоран Мацони Дулче Пир, но груша, конечно, да, это всегда позитивные, сладкие, вкусные ароматы, которые нравятся нам, девочкам. Девочка. Ну, вы поняли. Так, что меня еще порадовало тут? Меня очень порадовало вот это Смоки Черри от Том Форд. Боже, какая красота. Я думала, ну что еще? Что еще вишневое может меня порадовать? Это вот это вишневое мороженое. Сначала, да, какая-то ликерная такая тяжелая, сладкая, вкусная вишня. А потом аромат усаживается, он раскрывается, и у нас появляется аромат вишневого мороженого. Вкусного, свежего, сладкого, прекрасного. Очень классный аромат, тоже бы не отказалась от флакона. Что мне здесь еще понравилось? Да мне все понравилось. Валая от Марли. Вкусный, белоцветочный, свежий, романтический, очень секси аромат. Классный, такой сладкий, как я люблю. Хорошо все. Кстати, с первого затеста мне не очень, а вот как-то разносила, распробовала, и здорово. А вот Can't Stop Loving You, вот этот вот «Не могу остановиться любить тебя», немножко мне показалось повтор. Повтор очень похоже на Love Don't Be Shy. Тоже очень сладко. Очень сладко, хотя тут говорят, что медовый он, но он белоцветочно-медовый, но для меня он какой-то больше карамельный, что ли, как будто очень-очень-очень сладко, очень даже сладко, что аж горчит, вот такая горчинка есть. Ну, не знаю, поносим, посмотрим. Так, что у меня здесь еще? У меня здесь большой от Левант Италика, мне очень нравится от Ксерджов Италика, это тоже орехи. Хотя он миндальный заявлен, но для меня он фисташковый, какой-то фисташковый, миндальный, ореховый. Сейчас очень какая-то тенденция на ореховые ароматы. Хотя когда-то был Мьюз от Мюглер, тоже ореховый аромат, сладкий, тоже очень прекрасный. Если ищете себе что-то ореховое и такое не очень дорогое, то попробуйте либо новые сады Эрмес, там тоже фисташек достаточно, либо это вот Мьюз от Мюглер, тоже прекрасный ореховый сладкий аромат. Так, ну, остальное, в принципе, тут такое надо поносить, посмотреть. Просто хотела вам такие первые впечатления рассказать о новинках и, конечно же, поделиться впечатлением о экстракте. О экстракте хотелось поделиться впечатлениями от Буруа. Марк Антуан Буруа вместе с Квентином Бишем сделали нам такой вот сюрприз. Новый аромат, этот экстракт. Буду носить, буду смотреть. Сегодня опять его узнала, что буду снимать видео. Сегодня опять в нем. Какая-то в нем даже, мне кажется, излишняя животинка появилась. Вот как я определяю, что в аромате есть животинка, если попахивает каким-то таким потком, знаете, поток пошел, поток пот. Когда пахнет вот этим вот, то мне кажется, что это уже too much, уже мне это не нравится, я этого не хочу, я так не хочу пахнуть. Поэтому, конечно же, очень рекомендую попробовать кролика любителям Ганимеда. Конечно же, зацените экстракт, если есть такая возможность, потому что, ну почему нет, если вас радует Ганимед, попробуйте что-то новое, но как бы старые песни о главном. Ну что, ждем от Квентина Биша какой-то облегченный вариант Ганимеда. Надеюсь, что не будут так задираться цены. Ну, как-то всегда радовала цена Ганимеда, что Ганимед стоил там, ну, до 200 евро.
и там большой флакон 100 миллилитров, а тут получается половина, и еще цену подняли. Так, не, нехорошо, ребят, нехорошо. Ну, все дорожает в этом мире. Так, еще хотела сказать пару слов. Часто спрашивают про Буа Империаль. Ну, тоже создал Квентин Биш этот аромат, он не такой дорогой, как Ганимед, и говорят, что типа похож. Нет. Нет, не соглашусь, но опять-таки мы все разные, все субъективно. А для меня это просто такой пудрово-землянистый древесный аромат, который очень тихий какой-то, бледный по сравнению с оригинальным Ганимедом. Поэтому я бы не стала их даже сравнивать. Для меня это разное, проразное. И вот Буа Империал абсолютно не мой фаворит, хотя я очень люблю Ганимед. Они для меня абсолютно проразные. Но видите, люди разные, разное восприятие у всех. Кто-то кому-то так, кому-то по-другому. В общем, я с вами прощаюсь. Вот такое вот короткое парфюмерное видео. Хотелось просто вам рассказать свои эмоции. Ну и что уж там, хайпануть надо, конечно же, на новом аромате, тем более. Я думаю, сейчас многие будут искать отзывы. Так что подписывайтесь на меня, кто любит парфюмерные обзоры. У меня этого много на канале. Еще у меня здесь прямые эфиры, много общения, немножко красоты, немножко моды, немножко путешествий, немножко всего по чуть-чуть. В общем, присоединяйтесь. Я вас очень буду ждать, новых подписчиков. Ну и, конечно, ставим лайки, пишем комментарии, звоночки, колокольчики, плюсики. Вы все знаете. Целую вас. Ваша Аня Купер. Пока-пока.